Поезда. Ты когда-нибудь думала всерьез о поездах? А я думала. Я думаю о них. Нет. Я мечтаю о поездах все время. Особенно, когда мне грустно. Я хотела, чтобы тот мужчина принадлежал мне, хотя это было смешно, ведь я знала, что он женат, уже когда добивалась его. Мое состояние было похоже на голод или жажду. Мое тело тянулось к нему. С этим совершенно незнакомым мужчиной я вдруг стала говорить о том, о чем раньше ни с кем не осмеливалась заговорить. Что вы рассматриваете? Вашу улыбку. Это первое, на что я обратил внимание, когда вас увидел. У вас очень красивая улыбка. Если бы я была наивной, я бы подумала, что вы хотите меня соблазнить. Мне нравится ваша улыбка, мне приятно ваше общество. И я действительно фантазировал о том, как я соблазняю женщину, встреченную мной в поезде. Ваш столик готов, сэр? Спасибо. Хотите поужинать со мной? А знаете, о чем мечтаю я? О мужчине, который не стал бы играть со мной во всякие игры, не говорил бы мне, как чудесна моя улыбка. Я уверена, вы прежде всего заметили мой зад, а не улыбку. Вот как вы себя недооцениваете. А я не смотрю на зад мужчины. Еще как смотрите, признайтесь. Не смотрю. Сначала я замечаю его глаза, потом руки. Потом слушаю, что он говорит. Я хочу точно знать, что будет ко мне прикасаться. А чего вы хотите? Мужчину, с которым я смогу говорить, которому смогу доверять, который сможет меня восхищать. Что скажете о сексе? Спасибо. Когда секс хороший, ты словно теряешь себя. Теряешь, а потом находишь. Ты так высоко поднимаешься над миром, что тебе не хочется спускаться. Хочешь управлять им или отдаться ему безудержно? Хочу, чтобы он захватил меня и унес. И чтобы мужчина, с которым я близка, был рядом, когда я проснусь утром. А ты? Чего ты хочешь от женщины? Мне нужна женщина, которой я смогу доверять, с которой я смогу говорить. Больше всего я хочу, чтобы женщина меня восхищала. Пригласи меня на танец. Здесь никто не танцует. Прошу тебя. Давай потанцуем. Мне нравится, что твоя рука у меня на спине. Не убирай ее.
Спасибо. Thank you.